Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру Walking Dead сезон 2. Сегодня начинаем эпизод 4. Почему-то Клементина без кепки. Интересно, почему? Наверное, скоро мы все узнаем. Напомню, что в прошлой части мы убежали от группы Карвера, по дороге убив его самого. Но куда мы убежали, пока неизвестно. Давайте узнаем. Да. Нам будут показывать, что было в прошлых сериях. How am I supposed to raise a child? Блин, Ребекки никого не осталось. When I came across y'all at the lodge, now folks are dead, and I can't help but feel I'm to blame. Бонни решила искупить свою вину, помогла нам убежать. Блин, Кенни лишился глаза. Но Карвер за это лишился жизни, урод. Кенни! Кенни! When you cover yourself in their smell, rub the walker guts all over you. Да, мы убежали, как и Ли с Клементиной, в прошлый раз. Да, вот он тот момент. У Кенни теперь лютый шрам останется на всю жизнь. Но я решил не смотреть. Да и зачем это Клементине? Она и так гадости не смотрелась. Да, Сара потеряла своего отца. Очень жаль. Ну и я решил спасти Сару. Не Сару, а Сариту. Сара убежала в лес. И попробовать ей отрубить руку. Не знаю. Надеюсь, это... Ну, не знаю, это было не зря. Так. Ну же. Отличное начало. Наверное, начнется с того же момента. Да. Сарита. Твою мать. А, блин, это было зря. Капец. Я думал, я спасу ее. Охренеть. Укусили? Нет, Кенни, осмотри. Нам нужно уходить. Кенни. В смысле, моя вина? Без тебя не справимся. Кенни. Не тупи. Блин, игра. Я не могу. Игра прям с самого начала. Все, она обращается. Кенни, мы об этом поговорим позже. А ее уже укусили. Твою мать. Блин, да давай. Клементина, по руке. Отлично. Увернулись. Люк. Ник. Блин, Ника подстрелили. Капец. А, грёбаная неразбериха, блин. Чё, куда? Где все? Нам надо валить. Руби. Твою мать. Давай, Клементинка. Давай, 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 давай. Надо свалить и разобраться с этим совсем. Кенни, не самое лучшее время на меня обижаться. Её реально укусили. Без вариантов было. Давай, Клементин. Пора убираться, давай. Кроха напуганная. Совсем одна. Нет, будем молчать. Да, молчать. Тихо. Ребекка, молодец. Хоть кто-то. Ты меня спрашиваешь? Нам нужно найти остальных. А где место встречи-то? Ну и отлично. А мы пойдем в противоположную сторону. Ты не роди тут мне.
Я руды не умею принимать. Все будет хорошо. Давай, Ребекка, соберись. Я даже не представляю, как руды принимать, Ребекка. Надо выбраться срочно. Да ни хрена, вокруг одни ходячие. Давай. Аккуратненько. О. Ты, блин, зараза. Притворилась, блин, ходячий. Окей, я тебя понял. Ребекка, твою мать. Пойдем за ней. Я останусь с Ребеккой. Мы вдвоем пойдем. Отлично, Ребекка, мы договорились. Все, нам нужно пойти. Вдвоем. Аккуратно. Тебе совесть есть? Я думал, ты одиночка, как Молли. Скажи, что делать. Что ты задумала? Я не понял, что за отбойник? Блин, где все ребята, а? Эй! Не подскажете, который час? Блин, а как пройти? Джейн! Не бегай себе, умно. Я просто хотел узнать, как пройти в библиотеку. Окей, 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 я понял. Надо не отставать. Отбойник, блин. И походу пофигу. Эй, тише там будь. Просто пойдем за ним. Дядька без глаз. Нифига себе. Эй, ну давай, давай, давай. Клементина, ты опаздываешь. Отлично. А Джейн молодец. Шарит в выживании. Я говорю, она мне напоминает Молли из первой части. Интересно, ребята выживут вот эти вот. Эпизод 4. Среди руин. Я имею в виду, выживут ли Винс, Уайт, Рассел, Шилл с сестрой, Тавия. Блин, я играл за них в 400 дней. Я думал, они будут добрыми, хорошими. Я знал, что будет как-то сезон 2 связан с ними, но не думал, что так. Капец. Еще Кенни потерял глаз. Походу, ему немножко мозгов вышибли. Ты в порядке? Давай посмотрим, что она ответит. Не, ничего, ты в порядке? Ну, скажи, что с тобой? Пить хочешь или что? Блин, Кенни потерял Сариту. Будет думать, что из-за меня. Надо ему объяснить, что это не я. Я хотел попробовать. Блин, ребята, а почему вы чистенькие такие? С нами все будет в порядке. Ты у нас паникер, которого надо успокаивать. Тем более, ты беременная. У Джейн вся мордаха была измазанная. В крови, не знаю в чем. С самого начала. Теперь она чистая, блин. Вы когда успели умыться? Еще одежда чистая. Да ты не могла его оставить. Надо рассказать. План сработал. I know that some of your people didn't make it. Ну это да, твоя правда. Staying would have only prolonged the inevitable.
I'm just saying that if people hadn't panicked, things might have turned out better. Of course! We panicked, we were scared! The plan was good. The execution was Джин, ну если ты умеешь выживать, не значит, что все умеют. No, that's not what I'm saying. Just... Тихо. Только не здесь. Джейн, ты умеешь? Я нет. I'm sorry. I don't want to slow us down. Can I just have a minute? Yeah. Take a minute. Thank you. Отлично. Тихо, не реви. Все будет в порядке. Alvin was supposed to be here for this. Блин, ну Элвин. Is Alvin... He's dead is what he is. Thanks to that fucking madman. Ты в порядке? Давай еще раз. Are you going to be okay? Надо же сказать, что Элвин сделал героический поступок. Блин, давай только не рожай в дороге. What do you mean by that? Sorry. Just making conversation. It was nothing. No. What do you mean by that? Do with what? My baby? I'm just looking at the worst case scenario. You and Clem won't be able to raise a baby by yourselves. Not out here. I just mean it's going to need food and, you know, other stuff. Yeah. And? And we can't just abandon it. Hey, whoa. I never said you should abandon it. Но что ты хочешь сказать? Sometimes you can't protect everyone you'd want to. And you assume I won't be capable enough. Just because you're some angry loner who doesn't care about anyone but herself doesn't mean you know better than me. Hey, I've seen it before. Back when пытается, it started. Но не умеет. Me and my sister, we what? Were... She died? Походу, I да. I don't need your pity. You don't... Тихо, девочки. You don't не have здесь. The right. Jane! Shit, I didn't mean it. Shit. Блин, Джейн, подожди. Джейн, wait. Но у нее, походу, в натуре сестра погибла. Ребекка, я понимаю, ты вспыльчивая. Ты со мной поначалу вспылила, но не стоит так со всеми делать. О, Бонни. И этот Майкл или Майк? Все время забываю. Крутое место. Окини. Now hopefully we can figure out a plan. Ребекке нужно безопасное место. She needs someplace safe to do that. Кинни подождет. Oh no. Soon, soon. It's what it seems like. Soon, soon. This memorial works fine as a meeting spot. There's no way we can stay here long term. I told you. That's why we're waiting. And as soon as everyone else gets here, we'll figure something out. Ты что, остался, Сара? You want to leave without us? What? No. I wanted to go out and try to find everyone. Well, what does Kenny want to do? Kenny вообще походу ничего не предлагает. I tried to talk to Kenny. He flipped out on me. Started yelling. Scary shit. Походу ему надо поговорить со мной. Probably didn't mean it, but it was scary. Остался Люк, осталась Сара и Ник подстреленный. Надо их найти. I've been nervous to even go near him. Бояки. Do you think he's gonna shoot you? The way he is right now. I don't know. Maybe. He's not acting rationally. He's not thinking straight. Somebody's got to do something. We can't just keep sitting. Я видел Кенни таким прежде. I've seen Kenny. Мне надо просто поговорить или подраться. Snap out of it. Как тогда в поезде? Наверное. I think so. Eventually, Clem. I was thinking now that you're here. Да ты что, Бонни? Можешь не нагибаться, как к ребенку. Я вполне взрослый парень. Хорошо, я поговорю. Типа в теле девочки. Okay. Ну я же за нее решаю. Ну что, Кин? Эй, ты там давай не застреливайся, ладно? Hi, Kenny. Нам надо поговорить, Кенни. You think I don't know what y'all are whispering about over there? What's wrong with Kenny? Why is Kenny acting that way? Do you think Kenny's okay? It's all I hear from anyone anymore. Хорошо. Тебе надо выговориться. Ну я волнуюсь, да? Я волнуюсь за тебя. I'm just worried about you. Worried, huh?
Well, that's nice of you, seeing as this was your fault in the first place. Это не моя вина, Кенни. Так, я ничего не могла сделать. There was nothing I could do. Seeing how things turned out, I think I might have preferred you do nothing. Она бы и так умерла, Кенни. Вот, да. Я пыталась спасти ее. I tried to save her. You think because you're a little girl, you can just get people killed and no one will care? That because you're sorry, it'll all magically go away? That's not how it works. Ты чересчур вспыльчивый. Не кипятись, а? Остальная группа к тебе вообще не подойдет. Нахер перестреляешь? Хочешь побыть один, будь один. Но тебе бы в идеале пушку забрать. Майк, надо запомнить, Майк. Его зовут Майк. Хреновее, чем в поезде, Ребекка. В поезде он меня послушал. Ну там либал, правда. Кенни очень зол на меня. Ну а что, если бы я не отрубал руку? At least you try. Still, doesn't exactly help us figure out what we're gonna do now. We got no food, no water. It's getting damn cold, and we're losing daylight fast. When the others get back, they'll know what to do. Люк? We'll have a plan. Почему ты надеешься на Люка? Mike, Bonnie. Mike's got a point. You can't just keep sitting around waiting. Things are difficult enough right now, and soon you'll have a baby on your hands too. What? Suddenly you're pretending to be concerned? Seeing you people floundering the minute things don't go according to plan has just got me on edge, all right? Well, I don't exactly see you stepping up. Мы должны найти остальных. Go find Luke, Sarah, Nick. Как-то. If they're in trouble, we might be able to help them. Остальные пойдут искать. After everything, after all this, if there's any chance they're still alive, we need to take it. I'll go. Clem can come with me. Хорошо. Две девочки-одиночки. Которые могут постоять сами за себя? Ну, по сути, да. Мы здесь самые опытные. Ну и Кенни. Ну, Кенни сейчас не... Ребекка, если что-то пойдет не так здесь, ты что-то, чтобы защитить себя? Не в духе. Ты не думаешь, что мне нужно... Я не знаю, но ты лучше держать это близко. Давай, Клэм. Блин, оставлять Кенни. С ними. Кенни, надеюсь, все-таки... Та драка не повлияла на тебя настолько. Интересно, об этом месте говорил Ли, когда говорил с Амидом в первой части? Они же там обсуждали какое-то место историческое. Look, I'm a level with you. You should Давай. Know that finding your friends, that's a shot in the dark. Я понимаю. Нам нужно продолжить поиски. We shouldn't give up before we've even looked. Okay. But I wanted to talk to you, away from them. Давай. You wouldn't have made it this far if you weren't smart. But I still... I just gotta warn you. Ну, говори, давай. That group is cracking. I've seen it before. And, well, a lot of times, it's better to be on your own. Согласен. Намного проще, но... I know what I'm talking about. You don't want to be here when they start turning on each other. Turning on you. Я не могу его бросить. These are good people. We help each other. I can't leave that. You'd be surprised. How much help is Kenny gonna be? What he's going through? He's more of a liability than anything. Нет никаких обуз в группе. And Rebecca's situation is not making things better. Тем более Ребекка беременная. Это люди, о которых надо думать. Broken people together, and all you're gonna get are broken decisions. Как ты смогла выжить без доверия? Это люди, о которых надо думать, exactly о которых надо заботиться. Без этого никак в этом мире не выжить. Я понимаю, ты одиночка, но у меня характер другой. I'm just trying to give you the tools you need to make it. Like your jacket. It looks warm, but a walker will bite right through that. Но у тебя разве не прокусывается? Хочешь поплачь? Я не против.
Что случилось с твоей сестрой? What happened to your sister? Seems we always want to talk about the end, don't we? Ну давай расскажи, тебе легче станет. You know, being a big sister is, well, it's funny. It's really easy to be mean. Oh? You know, hide her toys, make fun of her bad haircut, give her the bad haircut on purpose. Интересно, какая у вас разница была в возрасте? I figured I should get it out. I don't even know why. Именно этим сестры и занимаются. Тут нет вариантов других. It's not all bad, but... Поугараем с ней. What could I do? She thought I was her best friend. I couldn't go unpunished. Ну это подло. Малость. Every summer we'd go to this amusement park in Virginia. But the best part wasn't the rides. It was that nobody knew us there. And I'd pretend we weren't sisters. Just friends. Ты чё кряхтишь? Alright, jackpot. Чё там? Мешок с золотом? Опа. But these walkers got some good stuff. А ты не боишься, что за этой оградой что-то может быть? That one's not coming back. See what else he's got. Ну давай обыщем. Yeah, we should check him out. But you know why, right? Only because they're fresh. Take a look. Old walkers are a waste of time. They're holding credit cards and busted old pagers. But these ones weren't walkers all that long ago. They were survivors. They might have useful stuff. Умно. See what else he's got. I'll check this one. Ты мне определенно напоминаешь Молли. Абсолютно не брезгуешь ничем. Ну давай задние карманы посмотрим. О, патрончики. Hold on to him. Ammo's getting hard to come by, and things aren't going to get better. Пригодится. Сзади еще что-то. Что за карточки? Find anything? А, права. Водительские права. Two of them. Well, I guess some people just can't leave the past behind. Ну да, я бы тоже таскал что-нибудь с собой. Если бы такое произошло, конечно. Не стоит об этом говорить так. Надеюсь, этого никогда не произойдет, но... Спасибо. Thanks. Вытерли, so, постарался. Has your crew always been so dysfunctional? You fit in there, but you weren't like them. It makes me wonder. Раньше была в другой группе. Group before. That one worked better, I think. Ну как лучше. When I got my haircut like this. Та группа вообще вся погибла практически. Кроме Кенни. Кстати, не знаю, Криста. Она погибла или нет? These things are great. Sharpen a blade, strike a flint. Jamie always had one in her purse. It jabbed my hand when I went reaching in. Хочешь стать моей старшей сестрой? Искупить грехи? Думала, что сильно много издевалась над своей младшей. А теперь решила поучить меня жизни. Can never be too sure with these things. Here, give me a hand. Насколько я знаю, в мозгу достаточно много отделов, которые за что-то отвечают. Ну, за движение или за моторику. Опа. Это же очки, Сара. These glasses, they're Sarah's. Точно. Looks like your friend didn't make it. Подожди, судить Sorry. Такое. I don't know what to tell you. Это еще не значит, что она погибла. All we know is that she was here. It could be a good sign. Don't go getting your hopes up. Look, Clem, I know what you want me to say, but... Sarah! God damn it! Да она здесь. Okay, come on. We gotta find a way in. Почему я сказал про мозги? Но она может кольнуть не туда. И он-то шевелиться продолжит. Так, там кто? Oh, no. Неужели Ник? Блин, в натуре. Капец. It's Nick. Да, вон плечо простреленное. Look, бедолага. He's your friend. You should do this. Да я не хочу его убивать. Нет. Чё, надо? Капец.
Прости меня. За что только? Да не надо было его убивать. Можно было просто уйти, наверное, нет? Ладно. Ну что ты? Зачем ты его мучаешь? Лупи по голове. Уже скач. Клементина. Жесть. Полбашки оттяпала ему. Игра прям любит всякую гадость на весь экран показывать. Да-да, именно об этом я. It's all right. It's done. If it comes to it, if Luke or Sarah or anybody needs to be put down. Там кричал Люк, насколько я понял. Кричал он Саре. You know that, right? Да, я знаю, Джейн. That hatchet of yours seems to get stuck pretty easily. It's gonna get you killed. Here, use this. Шило? В принципе, да. Very effective. Ну, как я и говорил. Не знаю, учли ли это разработчики. Но если она попадет не туда, то... Мы его не вырубим. They don't sound too good. Ну, давай заберемся и посмотрим. Не готова. Может, они отбиваются от ходячих просто. Вход вижу. Нет. Я возьму дальнего. Ну ладно, как хочешь. Давай, Клем. Оп, не туда. Не туда, Клементин. Вот. Уже лучше. Nice work. You know what you're doing. Now watch this. Ну давай, посмотрим. Понтуешься? Хрена себе. Take out the knees first. Then put a knife in the back of its head when it's down. Это, конечно, прикольно, но нам надо спасать ребят. Ты об этом понимаешь? Надо его добить. О, раз, два, три, четыре. Ни хрена их там у двери. Давай его добьем. На всякий пожарный. Тинь. А, живой все-таки был. Это я не тебя слушаю. Это было логично. Yeah, most of these guys are gonna have nothing on them. But it's worth taking a look when it's not too risky. Ладно, давай, Джейн, надо действовать. Машина. Может, мы сначала ребятам поможем? Ладно, давай до машины попробуем. Что там в кузове? Ничего? Блин, ладно, давай к ребятам двигаться уже. Что-то делать. Блин, нет, все-таки обыскать. Давай посмотрим. Может быть, что-то полезное найдем. Точно. Давай. Wait. We don't want to make any noise until we've dealt with those guys. Блин. Хорошо. Убедила. Давай разбираться. Привет, ребят. Вы Сару не видели? Так. Прям как она учила, да? You did the knee thing. Nice trick, huh? Неплохо. Ты нашла себе старшую сестренку. That's a lot of walkers. They look worked up about something. And what gets the interest of the dead? Шум. People. Sarah, I'm not. How do we get in? If we can make enough noise on this side, we can lure those walkers. Чё не орут-то, придурки? О, в каске там кто-то. Go through that other trailer and get to your friends. Ну, а про то, что они привлекают же внимание, придурки. Ну, план вроде бы неплох. Давай попробуем, Джейн. Догадайся, блин. Мы как бы с тобой уже об этом говорили. Может, с тобой поговорить можно? Да я сам знаю, что искать. Не обсуждай это с Джейн, а то он будет думать, что... Давай посмотрим. Что это благодаря ей я такой умный.
Ничего такой прикольный. Давай положим его голову на руль. Блин, два придурка там собрались. Сара, ребенок, который ноет со смерти Карлоса. И Люк, придурок, который все время придурок. Как они вообще живы остались, я не понимаю. И все, поехали. Надо валить, ребята. Только вы там глупости не делайте, ладно? Не выбегайте на нас. Сейчас мы сами к вам придем. Согласен. Надо валить. Отлично. Опа. Привет. Сзади, Клементина, сзади. Давай, подсечка. И кали. Ну, подсечка, согласен. О, он что, живой был, что ли? Блин, там был вариант проверить его. Ну, типа, ты его проверила или нет? Чё ты встала, дура? О, ребята, надо крикнуть. Твою мать. Ломаем нафиг. Да хрена с два я пробью ее. Нет? Сильно. Ну чё? Ага, отлично. Идея хорошая. Только где эти придурки? Чем это ворот? Клем? Да, это мы. Ну, он типа, да. Тебе тоже взрослеть надо, парень. Где Сара? Luke, where's Sarah? I don't know what to do about her. Пойду поговорю. Мне ж подруга. You gotta help. Ну, Карлоса же убили. В чем дело? Ее отца. Привет, Сара. Все, дайте я поговорю с ней. Sarah, come on. We have to go now. Что, Сара? Shit. What's she doing? Can you get up? I don't know what to do. I can't snap her out of it. Да, она просто в шоке. I guess Carver messed me up pretty good back there. I don't know. It's just after Carlos, she just lost it. Started running through the woods like a maniac. I chased her for I don't know how long, and then while she saw this mobile home, made a beeline right for her. I'm just glad y'all are here. We're not out of the woods yet. Блин, ребята, нам надо действовать. Может, она прислушается ко мне? Maybe she'll listen to me. Дайте мне минуту. Listen, they're gonna tear this place open pretty soon. We can't stay. So we gotta get her out. Я понимаю твое желание свалить побыстрее. Дайте мне просто пару слов ей сказать, придурки. Разбегитесь. Дайте поговорю. Очки ей дам. Сара, это я. Хай. Хай. Давай обнимем. Ладно. Shit. Плохая идея. Я знаю, что ты чувствуешь. Что-то я, походу, не то ей сказал. Люк? Еще одно. Клем. Дружба делает нас сильнее, давай попробуем. I met my friend Lee. He tried to help me find my parents. He protected me more than anyone else in my whole life. He died to keep me safe. I was so scared. But you're still here.
Да потому что собрала свои яйца в кулак и пошла. А теперь ты это сделаешь. Давай, Сара. Соберись. Ну все. Ништяк. Жив, цел, орёт. А теперь пора валить. Сара, давай, загружайся быстрее. Твою мать. Пару ребер сломал. Сара, пойдем помогать. Так, а что мне делать-то? Это что, ящик? Холодильник большой, стол большой. Давай ящик. Маленький. Окей. Ну холодильник тогда. Что делать-то еще? Что? Вы что, придурки что ли? Стол? Он единственный держит эту дверь. Ребята. Ладно, тащим люк. Джейн, ты удержишь? Давай, 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 давай. Главное, чтобы тебя никто... С окна не цапнул. Да давай, давай, давай. Давай, руби, руби. Пинай, кусай, ломай. Бей. Все, побежали. Быстрее, Клементина. О, Джейн. Живи, Джейн. Давай, Джейн. К нам, к нам. Куда ты побежала, дура? Блин, ее зажали там, походу. Все, отлично, молодец. Есть шанс. Да он не сможет. У него ребра сломаны. Окей, come on. Клем! Сара, we have to go. Are you listening? Давай, Сара. Now, Clementine. If she doesn't want to go, you can't make her. Don't let her take you down too. Мы забираем ее, Джейн. Джейн, мы забираем ее. Убедить, конечно. I can't, I can't, I can't. Daddy, очнись. Out of it, Sarah. Please, you can't save her, Clem. We have to go. Believe me, I know about this. Hurry up. Поэтому ты потеряла сестру. Ударить. Проснулась, дура. Давай, Джейн. Джейн. Давай, только не из-за этого. Тебя потерять еще не стоило. Зато ты очнулась. Ну, что поделать было? Только бить. Валим. Ну, а на этой интересной ноте, я думаю, на сегодня закончим. Блин, кто там скребется? Что ж, не забудь подписаться, чтобы не пропустить новую серию. И подержи лайком. Ну и всем пока.